которые отметили 35-летие создания централизованной библиотечной системы. Слободская центральная районная библиотека закрывает год литературы. Еще один важный повод для торжественного собрания – 35-летие создания в районе централизованной библиотечной системы. Если мы возьмем 80-й год, когда образовалась Слободская ЦБС, кстати, это год Олимпиады, вот, и в сегодняшнее время, ну, очень-очень-очень большая, конечно, разница. Тогда было 42 библиотеки, сегодня 22 библиотеки у нас. Поступало очень много литературы и подписка, и приобретались книжные издания, чего сегодня мы не можем сказать. Сейчас библиотеки компьютеризированы, чего не было раньше. То есть все равно информацией мы владеем больше. Изменилось многое. Библиотека из храма книги превратилась в досуговое учреждение. Сейчас библиотекари осваивают театральное мастерство, художественное и прикладное творчество, организуют клубы по интересам. И все это, несмотря на незавидную заработную плату. В сферу культуры, может быть, иногда приходят люди случайно, но остаются мне люди не случайные. Только те, кто на самом деле проникается важностью и нужностью этой работы, и те, кто действительно влюбляется в свою работу. То есть остаются у нас на самом деле люди-подвижники. И за счет этого я считаю, что, по крайней мере, у нас в Слободском районе мы имеем тот достаточный, скажем так, все равно кадровый потенциал, который сегодня работает на благо людей. Об этих людях много говорили в этот день. Вспоминали тех, кого уже нет в библиотечных рядах, благодарили ветеранов и тех, кто отдал служение библиотеке не один десяток лет своей жизни, и таких немало. Поздравляли и отмечали новаторские идеи молодых кадров. 35 лет для человека – это период зрелости, а для целой системы, в данном случае библиотечной, – состояние стабильности. Мы бы хотели иметь в стенах нашей библиотеки документальное подтверждение нашей деятельности. И мы сделали определенный большой шаг в этом направлении. Направление создания музея книги и библиотеки. Первая экспозиция музея книги и библиотеки состоит из трех разделов – библиотеки, книги, люди. По датам разложена вся история ЦБС. Сбор экспонатов будет, несомненно, продолжен. И в день открытия музея здесь появился символический ключ. Работники библиотек были отмечены грамотами и подарками. Год литературы заканчивается, но для библиотек это формальность. Ведь в храме книги он не заканчивается никогда.